Раз, раз, раз. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Живого ТВ программа «Живьем» и я ее ведущая Каэли. Мы ведем прямую трансляцию из московского клуба «Трамплин», и я вам представляю наших сегодняшних гостей, группа «Тамбурин Мэн». Аплодисменты! И солист группы Артур. Ну, всем привет лично присутствующим и зрителям Живого ТВ. Я думаю, пожалуй, сразу и начнем. Ну, наверное, сначала представьте музыкантов группы. А, участников группы. Ну, у нас присутствует легенда рок-н-ролла дядя Вова на бас-гитаре. Еще одна легенда рок-н-ролла – это Андрей Елизаров, ударная. Еще одна юная восходящая звезда – Всеволод Богатырев. Ну, и я, Артур Григорян. Куда меня отнести, там, отнести меня, наверное, нужно, как хранят от моли вещи старые, с нафталином. Вот какой-то нафталиновый человек Артур Григорян. Вот все, пожалуй. Артур, а что такое тамбурин? Ну, тамбурин – это такое слово. Такой инструмент, на котором мы все мечтаем научиться играть, но никто не умеет, да? Вот. Ну, вообще-то мы называемся так, потому что была такая песня у Боба Дилана в свое время. И еще благодаря Бобу Дилану и его песне ему посвятил свой роман Хантер Томпсон. «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Любимая книга, любимый фильм. В общем, все это как-то легло в основу нашего названия. Это ударный инструмент, тамбурин? Думаю, да. Браво! А бубен что, не ударный инструмент? То есть группа такая «Человек-бубен». Ну, человек... Ну, мы больше позиционируемся как люди из тамбура. Понимаете, вот в электричке эти в пригородные, вдруг из тамбура выходят какие-то люди с гитарами и начинают там петь какую-нибудь там песню про Афганистан. Там. А сами практиковались так вот нет, в электричках? К счастью, нет, нет. Ну вот некоторые практиковались, да. Мы все больше в уютной кухне прокуренной, как-то вот так. Квартирнички. Ну кухонное, да, например, пение. Конечно. А какая будет первая песня? Первая песня у нас, как мы ее объявляем, обычно песня, посвященная практически неизбежному, порочному чувству, влечению взрослых дядек к юным девушкам. И называется она «Sweet Little Sixteen». Я напоминаю нашим телезрителям, что вы смотрите нас на сайте www.tv-l.ru. Заходите, на сайте работает чат, задавайте свои вопросы. А также зрители в зале тоже могут задать свои вопросы. Для этого вам нужно просто поднять руку, я подойду к вам с микрофоном. Слушаем песню. Окей. Все так мило, так славно, похоже на кино из какой-то далекой жизни, из которой давно все вышли, а обратной дороги быть не должно. Sweet little sixteen, my baby. Sweet little sixteen, я на небе. Sweet little sixteen.
Спасибо. Надеюсь, ценители юных девушек по всему миру порадовались немного. Вот пока вы играли, у нас, оказывается, присутствует в зале музыкант, который умеет играть на тамбурине. Сейчас он нам расскажет, что это такое. А то мы не знали, мы же пошутили. Отличная подстава, конечно. Ну, тут вряд ли кто-то не знает, что такое тамбурин. Насколько я знаю, это бубен с такими тарелочками железными, да? Или я ошибаюсь? А черт его знает. У нас лучше всех знает об этом соло-гитарист. А можно вам рассказать, что это такое? Мы уже залезли в интернет даже, чтобы посмотреть, что это такое. Никто не понял, что это. Ну, барабан, короче. Есть такой французский танец, кстати. Вот, я уже интересовался. Да. Так, ну ладно. А следом давайте-ка мы сыграем такую песенку, которая... А может быть, вы сначала расскажете нам немножко вот историю группы? Я думаю, нашим телезрителям это будет интересно. История группы очень долгая и мучительная. Еще на заре 90-х годов дворовая компания, которая мечтала как-то играть, что-то делать, не умея это делать абсолютно, собралась. Я помню, были акустические гитары, вместо барабанов была барабанная педаль, которая была к стенке приставлена, и табуретка вместо рабочего барабана. Вот так вот тренировались там, записались в какой-то конкурс, тогда проводились разные конкурсы, например, университетского рок-н-ролла. Вышли, поучаствовали, заняли второе место с конца из там около сотни групп, наверное. Вот. Но не расстроились. Записали альбом. И мы очень стеснялись этот альбом продюсировать как-то, потому что думали, ну вот, а вот сейчас, когда я его переслушиваю, оказалось, что он, ну, например, ничем не хуже, чем альбом Наутилуса Помпилиуса тех же лет, да, к примеру. Вот. Жалко, его никто не слышал, да? Вот, а потом еще некоторое время поиграли. И в 99-м году, в 98-м, кажется, записали второй альбом, который, ну, ничем не хуже, чем... Второй альбом Наутилус Помпилиус, да? Или о чем альбом Аквариума? Ну, вот так вот. Все эти альбомы никогда не продюсировались, потому что группа называлась, да, Фурия Лайф, ее бессменный руководитель тех лет Максим Глухов. Кстати, Максим, привет, если ты нас видишь, что вряд ли. Ну почему же вряд ли? Вот, но он немало сделал для рок-н-ролла, и когда-нибудь, если он захочет, когда-нибудь это более широкому зрителю будет доступно. А что касается нас, после прекращение деятельности в 99-м году. Все немножечко играли кто где, кто по кухням, кто сольно в каком-нибудь клубе, кто в составе какой-то другой команды. Например, Сива в составе команды «Жест» играл там. Вот. И, наконец, однажды, когда мне стукнуло 35, я подумал, ну, была же детская мечта, почему не сделать так, не чтобы она исполнилась. Да. Позвонил всем, все собрались, все оказались свободны. И вот так возникла группа «Тамбурин Мэн» в 2004 году. А к какому стилю вы относите свою музыку? Основной стиль? Ну, стиль-то, в общем-то, классический рок-н-ролл 70-х, классический рок 70-х. Ну, сейчас появились разные модные приставки. Например, не просто рок, там, а инди-рок там, или какой-то еще рок. Арт-рок нет, мы не тянем на арт-рок. Арт-рок я знаю только, наверное, Pink Floyd и Emerson, Lake и Palmer, наверное. Вот две команды, которые я знаю, что они играют настоящий арт-рок. Да. Мы играем алко-рок, если что. Это к тому, что мы трезвые не играем. Как интересно. А вот у нас очень часто в нашей программе возникают споры о делении музыки на стили, на жанры. Кто-то делит на огромное количество стилей музыку, а кто-то говорит, что стилей не существует. Есть музыка хорошая, есть музыка плохая. Вы к какой относитесь? Я не знаю. Я как-то... Кому? Вообще глобально музыка делится на хорошую и на плохую. А локально уже делится на стили.
или направление и так далее. Всегда ведь можно прийти и увидеть, что группа играет только регги или играет только фанк. И больше ничего. Все, что бы они ни делали, все будет либо фанк, либо регги. А есть такие группы, которые делают все по-разному. Все зависит от того, от необходимости аранжировать песню. Вот кажется, что она должна быть в стиле регги. Они сделают в регги. Кажется, что фанк. Сделают фанк. Кажется, что классический рок-н-ролл. Значит, будет классический рок-н-ролл. Как, где-то что лучше подходит для самой песни. А вы придерживаетесь именно рока или тоже иногда регги, иногда фанк? А у нас, наверное, все вместе скорее рок, как вот матрица какая-то, на которую может лечь где-то элемент регги, элемент фанка. Мы так и пишем с элементами регги и фанка. А, тогда сейчас слушаем песню в каком стиле? Ну, мы можем прямо сразу сыграть песню с элементами регги и фанка. Вот, вот да, раз уж мы начали говорить про регги и фанк, давайте. Ладно, песенка называется «Ночной ларек», «Вечерний проспект», я пошутил. Вот, слушаем. Одинокую тень на тебя бросит дом. Все, что было огнем, все давно превратилось в дым. Все, что было водой, не стало вином. День хотел свести нас с ума и заставить забыть про покой. Люди, переулки, дома, все мелькало сплошной чередой. Только вечер зажег электрический свет. На рекламах неоновый вспыхнул узор, а навстречу кивнут сигарет, и о чем-то негромкий пойдет разговор. Когда я коснусь ногами дна, а душою упрусь в потолок, станет ясно, что эта бутылка вина пошла мне особенно впрок. Иллюзорные женщины делали вид сосудов, переполненных чувств, и ночь проносилась, как метеорит. Один был сказочный пуст. И только свет фонарей и шелестши, одинокую тень на тебя бросит дом. Все, что было огнем, все давно превратилось в дым. Все, что было водой, не стало вином. И только свет фонарей и шелест шин,
одинокую тень, на тебя просит дом. Все, что было огнем, все давно превратилось в дым. Все, что было водой, не стало вином. Немного грустная такая песня, да? Отлично. А есть ли у нас вопросы в зале? Отлично. Представьтесь, пожалуйста. Этих лучше не спрашивать. Кузнецов Александр, ЖЖ Сам Самыч. Скажите такое, вот вы, Артур, мы знакомы с тобой давно уже. Да, ну мы на «ты» же. Вот, и ты мне говорил такую фразу о том, что тебя как бы идеалом группы Tambourine Man является группа Jennifer Airplay. Я не сказал, что это идеал, я сказал, что иногда это похоже, потом увидишь где. Хорошо, я знаю, где это похоже, но тогда такой вопрос. Группа Jennifer Airplane практически вся спилась и подсела на наркотики. И очень я не знаю об этом ничего. Ничего не знаю об этом. Я тебе покажу и об этом скажу. Как ты думаешь, будущая группа Tambourine Man будет похожа на группу Jennifer Airplane или нет? Я не знаю. А твое будущее будет похоже на будущее группы Jefferson Airplane или нет? Нет, мое будущее не будет похоже. А на что похоже твое будущее? Ну, это уже другой вопрос, не касающийся музыки. Ну, что касается вопросов о будущем, то я не оракул, я не знаю, как что будет. Я надеюсь, что мы будем все жить долго, счастливо. Ну и вот, в общем-то, где-то так. А у нас есть еще вопросы в зале? И умрем один день. Во время конца света. Есть? Представьтесь, пожалуйста. Морис, гражданин мира. Я вам его представлю. Это Артем Семеновский, глава крупной международной корпорации ВИСТ. Нет, не в этом дело. Не будем об этом. Только что мне пришла смс-ка из Хайфы. Наши друзья из Израиля интересуются, существует ли в группе еврейский вопрос. Вопрос серьезно? Существует, да, существует, и мы его решаем. Вот так, это ответ был. Вопрос в процессе решения стоит. Он вечный вопрос, он же вечный, он во всем мире вечный, и у нас тоже вечный. А есть ли у группы Tambourine Man какой-то девиз? Девиза нет. Девиза нет. Вот честно, девиза нет никакого. Ну да, и там, чтобы всем, да, вот так, где-то вот так. Но это не девиз. Пока за нами не приехали. Но все время кажется, что за нами кто-то приедет и куда-то увезет. Вот, но... Тогда я предлагаю послушать сейчас следующую песню, а за это время наши зрители придумают еще вопросы. Да, мы, в принципе, не возражаем, пускай думают над вопросами. Мы что-нибудь придумаем, мы подумаем над ответами. Да. Обязательно. Так, следующая вещь будет называться прям как у Тухманова, «В моей памяти». Роскошной фигуры в половоде озера любви, захлестнув иногда побережье, уносили нас в мир на двоих. Слова забыл, и ушли в берега. Топоры, наигравшись озера, я пою свои песни снегам. И вернусь я, наверное, не скоро. Для меня отшумели дожди, для меня берега расступались,
Не спеши ко мне, грусть, подожди. Мы с тобой уже где-то встречались. Не спеши ко мне, грусть, подожди. Мы с тобой уже где-то встречались. Еще не было ни одного выступления группы «Tambourine Man», чтоб я не забыл хотя бы в одной песне слова. Классика. Спасибо. Так, то есть вы поете не только авторские песни, то есть которые сами пишете, но и кавера. Поем кавера, но мы их решили на потом, где-нибудь к концу передачи где-то отложить. Вот, но даже в нашем репертуаре есть не только написанные нами песни. Вот сейчас прозвучала песня, которую я чуть не испортил. Да? Вот. Принадлежит она перу моего друга Лёши Иванкова. Лёша, прости, если ты это смотришь, я постараюсь исправиться. Вот, но кавера обязательно есть, потому что, я думаю, у каждого человека есть такая любимая песня, которую он хотел бы когда-нибудь спеть. И всегда ему кажется, что тот, кто ее спел, даже если автор, то он спел ее не совсем так, как надо было. Вот надо было вот так, вот. Именно это мы и сделали с двумя песнями, которые я сегодня представил. А кто обычно пишет песни в вашем коллективе? Ой, у нас несколько любимых авторов. Значит, самый любимый – это я. Скромно, скромно. Ну, вообще песни – это же не только слова, это и музыка. Вот полноценным соавтором является Сева Богатырев в музыке и в аранжировке, потому что приносится какой-то сырой материал, изначальная гармония, на выходе получается совсем другая песня. То есть в результате какого-то совместного творчества что-то получается не совсем то, что было изначально. А откуда черпаете вдохновение? Если я скажу, то это не сочтут за пропаганду спиртных напитков. Главное, не пропаганда наркотиков. Да, только вот из спиртных напитков. Никаких наркотиков, ребят, никаких наркотиков. Так, у нас есть вопросы в зале? Какой наркотик я не люблю больше всего? У нас, видимо, еще один вопрос из Израиля. Морис, гражданин времени. Тут пришла смс-ка от наших общих друзей. Из Израиля. Из клуба «Красная шапочка», который сейчас там. Вопрос группе «Tambourine Man». Группа «Люди из тамбура». Еще называют это группа, это люди, это место, где курит внутренний Буратино. Да, вот, Артур, верно, забыл. Есть такая интерпретация. Есть такая мысль, да. Вот они спрашивают, насколько важный аспект занимают гендерные аспекты в вашем творчестве. Попросили ответить кратко. Ну, кратко. Гендер, я такое слово не знакомо. Есть половой аспект вот какой-то. Вот я больше так вот.
гетеросексуальный гендерный аспект. Действительно кратко. Нельзя. Дополнение. Мужики в тамбуре — это гораздо жестче и круче. Не знаю, какое это имело отношение к гендерному аспекту, вот, но это басист. Да, гетеросексуальному гендерному аспекту, да. А у меня такое предложение небольшого конкурса для зрителей в зале и телезрителей в чате. Только не ручеек. Кто еще вспомнит или придумает определение тамбур, тамбурин и все, что связано с это коренными словами? Ну вот они пускай пока думают, а мы споем следующую песню. А мы слушаем песню. Так, ну а следующая песня будет называться, наверное, «На твоих кассетах». У всех же были когда-то кассеты, может, до сих пор пылятся где-то на полке. На твоих кассетах большой и прекрасный мир. В нем есть три равновесные части, там, здесь и везде. Тебе кажется движение вверх, но ты завязан в узде. В рубашке смирение истин, протертый до дыр. Что ты хотел, когда что-то хотел сказать? Что нашел этот дом? Видишь, один на холме, другой под холмом. И ты полагаешь, здесь есть из чего выбирать. Выстроят храм, и ты рассчитаешь, что выбрать почти невозможно. Опять превратить тебя в глину будет несложно. А как это сделать, ты лучше придумаешь сам. В стену свой скальпель, и молодой врач сломает свой шприц, и выжав из водки и спирта последних 100 капель, они будут пить за здоровье, а ты будешь жить. А ты за что будешь пить, а? We'll be right back.
кто-нибудь придумал ассоциации к однокоренным словам? А я думаю, наверное, это не так важно. Тамбур — это, в принципе, пустое место. Но которое надо чем-то заполнить. Вот кажется, этим мы и занимаемся. А какие группы оказали наибольшее влияние на ваше творчество, скажем так? Вот на каждого, наверное, разное. Вот на меня вот Beatles и Creedence. А на Севу... Ну, не Beatles. Ну, ты про Сантану забыл. Для меня очень много. Для меня Led Zeppelin, Santana, Dire Straits, я не знаю, тот же самый Creedence, опять же. И так далее, и тому подобное. Что, что любит басист? Бронский бит. Вот. Барабанщика постоянно забывают спросить. Андрюш, наконец-то мы сами-то узнаем, на что ты ориентируешься. Я вообще петь люблю, если честно. Это действительно так. Я сам недавно узнал, что барабанщик тайком ходит в караоке и поет там. Вот. А что каждый из вас слушает дома? Вот. Значит, дома у меня есть свой собственный плейлист. В нем около 1 гигабайта музыки, совершенно разной. В основном от 54-го и по нынешнее время, если я начну перечислять, то это... Ну, в основном это ностальгическая музыка, которая вот... Человек, дожив до 38 лет, как мне сейчас, мне уже 39 даже, вот мог все это впитать в душу и больше не может без этого обходиться. То есть практически вся музыка. И не обязательно это рок-музыка. Это где-то и даже старая эстрада, которую тоже очень люблю. Почему бы и нет. А у Севы другой плейлист. Мне вообще очень сложно сказать. У меня, конечно, не гигабайт музыки. У него 80 гигабайт музыки. В общем, если так говорить, то, грубо говоря, я слушаю все, кроме... Кроме моего плейлиста. Ну, кроме твоего плейлиста, хотя там тоже встречаются некоторые вещи. Итого 79 гигабайт. Как бы это сказать-то? Все, кроме рэпа, очень тяжелого металла, там, переходящего в дум, я не знаю, там еще во что-то. И, ну, кроме там Сюси-Пуси и так далее. То есть перевожу, все кроме попсы и Рубилова. Ну, рэп-то тоже бывает, ничего. Конечно, Pink Floyd, товарищи. Но я вчера купил Катю Лель. Это тоже классно. Это тоже классно. Поверьте, это классно. Почем нынче это Катя классно, Лель? Это классно. Барабанщик, что скажешь ты? А я петь люблю. Главное, чтобы бежали строчки. Вот а это. У барабанщика дома стоит караоке. Он приходит и включает, он поет, записывает, а потом ставит плейлист из своих песен. Мы все тут молодцы. Это было дома у нашего барабанщика. У нас вопрос в зале. Артур, Сева, дядя Вова и Андрюш, привет вам из Питера. Оттуда пришла смс-ка. Как вы относитесь к классической музыке? Ну, как сказать, как отношусь? Вот, как выяснилось, у меня любимый композитор Свиридов. Вот. Я много лет подряд слышал, если я не ошибся, да, Свиридов, наверное... Композиция «Время вперед», которая все время в программе «Время» звучит. Я думал, как она мне нравится. Оказалось, вот я люблю классику, да. Получается, да. Нет, именно классическую музыку. Чайковский. Ну, Чайковского люблю. Ну, если бы, конечно, никакие гендерные противоречия между нами. Вот. Сева, а как ты относишься к классической музыке? Да любит здесь я классическую музыку. Да не могу не упомянуть Бородина с половецкими плясками. Вот, да. Я обратила внимание, у нас сегодня вечер смс-ок. Друзья, у нас есть чат. Это дешевле.
Ну, не все умеют им пользоваться. Заходите на сайте, ссылочка на чат, пишите ваши вопросы. Мы их озвучим. Я думаю, надо уже пора сделать музыкальную паузу, послушать песню. Музыкальную паузу? Только мы можем пойти немножко пиво попить. Нет, вы эту паузу и заполните своей следующей композицией. Так, ну следующая композиция будет называться, наверное, «Стакан индейской воды». Можете потом спрашивать, что это такое. У меня есть пара заготовок, как ответить на такие вопросы. А что это такое? Ну, чай. Чего? Ну, кому чай, а кому текилу, например. С чаем. Начинайте, Ксения Александровича. Воды и индейский дым нам помогут забыть, что было с ней, что было с ним. Сеанс французской любви, американский джаз. Другого случая не будет, все только сейчас. Нам все равно, что за окном февраль или май. Так давай скорей джинсы снимай, магнитофон погромче и закрой глаза. И я не против текилы, скорее я сам. И мы устроим вакханалию во время чумы. Нам наплевать, о чем мечтают больные умы. И о чем твердят телевизоры, хор газетных статей. Плевать на радиоточку и диктора в ней. И пусть что будет, то будет, а что было, прошло. Мы тоже скоро забудем, какое это было число. Пока индийский дым еще остался в крови, продолжим сеанс первобытной любви. Спасибо. Еще вопросы? Да, вопросы, вопросы в зале. Пришла смс-ка из чата. Пишет из чата? Да, гендерная поклонница группы Tambourine Man спрашивает, гетеросексуальная? У вас... Тут очень много вопросов было, сейчас я даже боюсь сбиться. Значит, вопрос первый. Существуют ли какие-то предпочтения в одежде у участников группы Tambourine Man? И также, как они, какую одежду предпочитают на женщинах? Да, вот были слова, тут, видимо, услышали девушки. Так давай же скорее джинсы снимай. Имеет ли значение, какие джинсы снимать? А я объясню. И также я сразу все озвучу. Так, далее неразборчиво. А, и телефон барабанщика спрашивают. Ну все, на этом. Видимо, они хотят вместе с барабанщиком попеть. Ну, глупо просить девушку снимать юбку, правильно? В принципе, ее можно и не снимать. Поэтому в песне фигурируют джинсы. В общем, какие джинсы, совершенно не важно. Главное, чтобы они были в обтяжку и хорошо сидели. Вот, наверное. А, ну, какие у нас предпочтения, вы же сами видите. Вот, кеды какие-то,
я вижу, ну, как кроссовки такие, ну, что как кеды практически. Вон еще одни кеды я вижу, и еще одни. Ботинки уже такие, ну, а как кеды все. В общем, кеды, джинсы и футболка, по идее. Хорошо бейсболку еще. Вот я люблю бейсболки. А вот по идее... Это зимние кеды. Вот по идее у нас все вопросы мальчики, да, мальчики. Сейчас девушки молчат. Девушки, активнее, активнее. Давайте, кто первый вопрос задаст? Девушкам я потом все расскажу у себя на кухне. А какие у вас предпочтения в кулинарии? В кулинарии? У меня есть одно предпочтение в кулинарии, это когда Сева печет в духовке мясо, кажется, свинину. Вот, и, пожалуй, да. Еще я недавно научился солить сало. Вот, у меня, говорят, неплохо получается. Это такое приглашение в гости на сало было. Ну, почему бы и нет? Вы, конечно, приходите потом. У меня осталось немножко сала, да. Вот, так, девушки, вопросы придумали? Не придумали. Тогда пока девушки усиленно читают смс-ки, приходящие из чата, мы слушаем следующую песню. Ну вот, наверное, настало время. Кстати, у нас сколько времени вообще? Ну, это надо подойти к камере, посмотреть, сколько у нас времени. Вы вот, хотели к коверочкам перейти? Пора ли переходить к коверам? Да, как заключительной стадии империализма. Да, ну я думаю, что... Да, можно уже. Ну, начнем, наверное, с одного кавера. Значит, мы очень чтим и уважаем авторские права. Немножко расскажу про песню. Не все знают, что... Все знают эту песню. Она звучит на всем постсоветском пространстве, начиная с 70-х годов. Написал ее, если я не ошибаюсь, вот Владимир Васюк, так звали автора, который... Очень трагическая судьба его закончилась. Он вышел из дома и пропал. А нашли его... в лесу повешенном. Вот, говорят, это сделало КГБ, потому что он был украинским националистом. Вот, но песня эта по своей значимости, она вот приблизительно напоминает как Шизгайра постсоветского пространства. Поэтому мы в аранжировку исполнения этой песни внесли и вступление от песни Шизгайра, и немножечко от уважаемого Юрия Антонова. Вот, не будем говорить, что это за песня, просто сыграем ее. Чем? Дуплетом. Квартетом. Готовы, молодые люди? Ты признайся мне, за ветки в тебе течар. Я без тебя все дни у полоны печали. Может, здесь, у лесах, ты черзиля шукала, солнце руту знайшла и мене зчарувала. Червону руту не шукай вечора. Бачу я тебе в снах, у дебровах зеленних, по забутых стежках, ты приходишь до меня, ты не треба нести мене квітку надій, бо давно уже ти увійшла в мої мрії. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти пари. Фото є врода, то є чиста і вода, то є бистра і вода.
такая вот червоная рута у нас. Так, ну у нас девушки успели изучить приходящие смс-ки? Кто-нибудь готов задать вопрос? Я вот вижу девушка за передним столиком готова задать вопрос. Я настолько хорошо знаю эту группу, что у меня нет вопросов. Действительно. Простите. Еще у кого-нибудь в зале вопросы есть? Лексо. Просто Лексо, как глаз народа. В народе упорно ходят слухи, что запел соло-гитарист. Артур, готов ли ты поделиться микрофоном в будущем? Это первое. И будем ли мы иметь радость слышать шедевр предтечи группы Tambourine Man, группу Фурия, B-52? Обязательно, но не сегодня. Потому что мы не готовили это сегодня для вас. Импровизировать хорошо. Я боюсь. А может, ты ответишь все-таки на первую часть вопроса? Будет, будет, обязательно будет. Все-таки таки Сева запоет? Запоет, он уже запел. И каждый желающий может его услышать на сайте realmusic.ru. Но не сегодня. Я так понял, не сегодня он запоет. А не хочешь рискнуть, Всеволод Александрович? Всеволод? Не хочет, не любит непредсказуемых поступков. Это очень хорошо характеризует человека. Так, ну... Вопросы еще есть? Спасибо. Подскажите, пожалуйста, вы давно в Москву вообще приехали? Почему вы так скованно на сцене себя чувствуете? Это в связи с чем такой вопрос-то? У меня акцент остался, да, какой-то? Я не знаю, что ответить на этот вопрос. Я из Москвы просто никуда не уезжал. А вышел ли уже у группы Tambourine Man альбом? Ну, если это назвать альбомом, есть действительно такое понятие концертный альбом, когда живьем записана группа, достаточно удачно, достаточно хорошо. Очень приятно сейчас добрым словом вспомнить такую колыбель русского рока «Клуб Форпост», в котором состоялись наши первые выступления, которого сейчас, к сожалению, не существует. В этом клубе мы записали практически 80% от того репертуара, который мы исполняем, успели записать в этом клубе, чем очень гордимся. И качество очень хорошее. Но этот альбом нигде не продюсируется, и купить или получить его в дар можно просто, например, оставив заявку у нас на сайте или позвонив мне лично, я лично кому-то подарю или продам недорого. Только что смс-ка пришла опять из города Санкт-Петербурга. Задается такой вопрос. Всем известна музыкальная премия Грэмми. Есть ли премия Грэмми как лучшая рок-группа получит группа Tambourine Man? Что она с ней будет делать? Пропьет. Что вдохновение появилось. А каковы творческие планы ближайшие? Творческие планы ничего нового не делать, продолжать в том же духе, потому что именно... А что? Творческие планы, сказали, а не личной жизни. Ну, то есть продолжать в том же духе, вот как можно дольше примерно. Да, я вот думаю, что скоро на сайте, кроме альбома концертного, может еще заказать и DVD концертное. А мы, кстати, очень на это надеемся, и, в принципе, за этим мы пришли. У нас тут еще вопрос был. СМС этот уже достал. Опять спрашивают, значит, два вопроса. Первое, не планируете ли вы продавать с аукциона свои вещи в ближайшем будущем? Народ интересуется и просит сообщить, как можно узнать, когда это будет.
Вот. И второй вопрос спрашивают тоже, видимо, поклонницы. Они сейчас на работе, на вахте, но как-то умудрились связаться. Где-то Вахтерша у меня, да? Нет, они где-то в районе Тверской работают. Спрашивают, да, сейчас они на работе. Значит, вот я уже забыл, что они спрашивали. Что меня, не сбивайте меня. Ну давайте разберемся с первым вопросом, который я тоже забыл. Что там было первым номером? А, аукцион, аукцион. Я тебе напомню про первый вопрос. Когда с аукциона? Да, да, когда я уже? Я скажу так, о времени аукциона просто мы в свое время упомянем обязательно. Да. Так что следите за новостями по всем ресурсам Рунета там и так далее. Я, собственно говоря, ты же у нас известный организатор, вот организуй аукцион и посмотрим, почем что уйдет. Я заранее то есть, может быть, да, и вот конечно. Второй вопрос спрашивают тоже по тексту известной песни, видимо, люди знакомы с творчеством более-менее. Спрашивают какая-то куча вопросительных знаков. Какой сюрприз должна сделать крошка? Я как бы не помню эту песню, но возможно, ты не знаешь какой текст. Какой? Я не помню. Отвечу анекдотом, да? Когда эта песня будет сегодня, нет? Не знаю. Когда у нас будет новый президент, он вызовет старого президента, который будет премьер-министром, и спросит, что же вы план не выполняете, Владимир Владимирович? Он скажет, какой плохой план? Какой? Как будто вы не знаете. Вот. Ну, к сожалению, наше эфирное время на сегодня подходит к концу. Мне уже оператор показывает, что осталось буквально время на последнюю песню. Сегодняшнюю финальную. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была группа Tambourine Man. Я благодарю зрителей, которые пришли сегодня в клуб «Трамплин». Я благодарю группу Tambourine Man. Благодарю тех, кто смотрел нас сегодня в живом эфире. И благодарю, конечно же, клуб «Трамплин» за его гостеприимство. Увидимся ровно через неделю в программе «Живьем». Yesterday, all my troubles seemed so far away, да и вообще все было хорошо. Жизнь казалась огромным мыльным пузырем, наполненным радужными надеждами. А затем пришла любовь, затем тоска, а затем и жалость. Жалость к самому себе, если вы понимаете, о чем я. И вот однажды, когда не осталось уже ни любви, ни тоски, ни жалости, я увидел на стене эту белую дверь. Это белая.
и день.